Он сейчас не с нами играет, он вылетел. Привет, друзья, с вами Рашта Линдзука. Мы продолжаем онлайн-мясо по игре Мэг. Сейчас опять у нас диверсия против Вейлоров. Только теперь они на нас нападают, мы будем обороняться. А ты что, фильм снимаешь? Да, мы записываем это дело. Противник, обеспечить оборону станции в точке А. Смотри нас в интернете. Таблетка написал мне сообщение «Привет». Мне то же самое. Но мне пока некогда отвечать, у нас звонец начинается. Так, я опять говорю, этот командир, да, надо. Вообще, не мешал бы этот бункер занять нам. Он очень такой важный в плане защиты этой точки. Так, я не вижу тебя, да он, чтобы следовать. Юрий, я там желтую точку поставил на карте, если что, давай туда. Ага, все хорошо. Оттуда очень хорошо отстреливать приближающихся к точке. 20. Тут самый замес обычно происходит. Ага, я на месте. Только смотри осторожнее там. Он лезет сюда. Тихо. Меня убили внизу. Внизу один ходит. А ты где? Ты внизу? Я внизу. Я не вижу. Где ты? Где так, ты? Меня вы... Я в углу. Сзади тебя. Как раз сзади тебя нахожусь. Я лежу. Ты на лесенке, что ли? Нет, вот. Повернись направо, вот он. А, вижу. Ну ты живой. Я думал, ты мертв. Да, меня вылечили. Я искал просто, у кого крест. Сука, я... Сверху двое идут. А, меня убили, двое внизу. Там пипец, толпа просто. Да. Но я неплохо оборонялся, около 3 или 4 я точно успел снять. Что-то кто-то там тебя хочет исключить из команды. Может, это думает, что ты убил кого-то из своих, нет? Я убил кого-то нечаянно из своих, он на линии огня пробегал, и я убил его нечаянно. А вот он сразу же, типа, блядь, я... не разобравшись, давай, типа, голосовать. Да-да, я стрелял в противника, а он на меня на линии огня появился. Ну ты если что ему там говори, sorry, man, I don't want to kill you. Все такое. А то сейчас заспамит своими голосованиями. Пока его не выгонит, он не отстанет от него. Ты тут газом. Опа. Кто тут у нас? Щемец! На нашу точку! На нашу точку! Ааа, меня замочили! Я не знаю, кто убил, я мог бы попросить прощения, я ника не запоминал. Блин! Ой! Так. Чуваки, там на втором бункере чел лазит. Аккуратней там. Я как последний. Да, он меня подрезал. Он падла. Да хляк, проиграл. Что такое? Там, блядь, что такое? Засел. Они что, заняли наш этот? Бункер первый. Ух ты, блядь. О! Лаги, блядь, идут. Жесткие. Ладно, погнали. Они там уже что-то доминировать начали на нашей точке. Ну, на бункере, я имею в виду. Там никого нет. Что такое? Надо как-то подходить ее брать обратно. А блин, а, засрали уже. Эти слева от точки А. Хелп не меди. Го-го-го, меди, по мне палят. Блин, кто-то газ не допустили. Там, да. По-моему, на А уже кто-то лазит. А не, они рядом просто. Орла. Так, кого тут убили? Я сейчас вылечу. Никого не убивали? Благодарю. Ой. Да что такое? Нас! Ааа! Как? Ааа, зараза! Ооо!
Никак не дают меня вылечить, зараза. А, ну тут мин понаставили на точке, они сходу ее не возьмут. Вперед, вперед, вперед. Блин, они точку газом закидали. Вы где там лазите-то? Я наверху, да, на точке. На А? Бегаю, смотрю. Сучка. Так. Лови гранату. Есть. Тихо, тихо. Ага, вижу противника. Ну молодцы, а сука, меня сзади убили. Граната! Блять, как же так, я же зашел за. Ой, вообще застрял. За стену-то, а? Как там смотрит? Ну куда выкладываешь их? На ютюбе. А, ну понятно. Так, да. Там на крыше, на крыше. Да. На, сука. На. Бля, задел, но и убил. Так, уже там Б захватывает, да? Ну сейчас. Где тут? А, сука! А! Порезали меня. Три, карикатура! Там порежу кого-то. Двоих завалил. Фу, блин. Наверное, лучше... У нас новые тесты. На адреналине нафиг. Так, там Б, я гляжу, плотно захватили. Нам надо как-то это... повнимательнее быть. Слушай, а свой газ на тебя же действует или нет? Или только на противника? По идее, должен действовать. Гранаты и пули же действуют. Твой же газ действует на они тебя. Идут на точку А нападают. Справа, слева. Слева на точку А нападают. Я одного успел убить. Я впереди возле точки А. Медик, ну давай, гоу, гоу, медик. Иду, медик, иду, несы. А, тебя вылечили уже, ладно. Зря я сюда сунулся. Ой, газом травят, газом травят. Убивайте же Б. Отбивайте, ребята, ну что ж вы. Отбиваем точку Б. О, ну молодцы, давайте, отбивайте. Они тебя услышали и решили отбить. Хоть я не их командир, но... Куда пошел? Ни хрена себе, ты живучий, Чувак. Падла, падла, что такое? Все-таки добил я его. А, только помогите. Кто-нибудь. Блин. Помогите. Эдик, help me. Ой, я тебя вижу, блин, сейчас, подожди. О, что-то далековато. А, к тебе бежит медик, ладно, я не пойду. Так, вроде никого нет. Тихонько вылазим. Так, справа к бункеру подбираются.
нас же нету бункера. О, спасибо. Бля, откуда он стреляет? А нет, отсюда, откуда заход стреляли. Молодцы, спасибо, друг. Газ. Кажется, он успел газовую гранату кинуть. Сука, иди сюда! А, блять, как же он так меня зарезал-то, а? Блять, этот Honda. Они профессионалы, они спокойно могут хоть кого-то зарезать. Да мы сами-то тут тоже как бы почти профессионалы. Среди нубов. Это я тут грешу на интернет, то что у меня не успевает показать, что он уже подбежал, когда он еще в метре от меня. Гранатомет. Вот плохо, что с РПГ людей нельзя валить. Это непорядок. От взрыва должны погибать не только бронетехника, но и люди. Куда побежали? Есть. Так, да. У нас 8,5 минут продолжаться осталось. Так. Ой, кто стреляет? А! Противник захватывает. Вставай! А! Ты как-то не плохо тут насели. Где, сука, там? Семь минут не стоит. Ребята такие же отдали точку Б. Отбиваем точку Б. Я вам не мешаю. Я еще гранат возьму. Идут. Где? Слева к бункеру подходят. У нас новая цель. Ты заправишь, блин. Новый приказ. И ты идешь спасибо, заебалы. Блин, а когда-нибудь убью снайперкой 25 человек или нет? Притом. Так, вспомнил немножко. Сука, ни хрена себе, мне в башню. Они захватили объект Б. Есть тут кто-нибудь у нас на бункере? Нету. Хреново. Тут чувак уже нашими патронами запасается. И двух друзей привел. Короче, сразу гранат туда закидывайте. Я там точку поставил. Сразу закидывать внутрь гранат. Там трое сидит. Опа-на! Чё за херня? Я так и думал. Мы захватили объект А. Отлично. Надо плотно держать объект. Они нападают со страшной силой. Да что такое, не успеваю даже добежать. О, блядь, да как же так-то, ёпт. Охренеть. Вот так вот. Кто не вылечит, да, видимо, старого бойца.
Они тут вообще оборзели, они тут всю сторону заняли. Отбиваем точку Б. Вот там массово расстреливают. Лен, они тут газом точку закидали. Без меня. Да ладно уже, бэшку-то забирают. Еще не ашку забирают, а бэшку отдаю. Новый приказ. Я там задымили. Ах, засранец ты, красный медик, ну лезь не сначала. Блин, да что ж такое-то? Вообще оборзели. Попробуй с другой стороны, может зайти. А ты такой, нет. Все прыгают. Что прыгать? Уже это скорости придает. Так, Юрик, тебя там вальнули, да? Медик, давай, медик, сзади. Ой, здесь, да. Ух ты, туда. Порядка четырех. В точке А подбирается. Лекни меня, лекни. Давай, давай, я засыпаю. Это тварь. Блин, да что такое-то? Че все пули в меня свистят? Фу, спасибо. Пожалуйста. Куда, сука? Вижу, я к вам. Я к вам бегу. Потому что у меня тут. Там наверху сидит один, точно. Одно тело. Я его убил, хотя у меня снайперка. Блин. Очень много у меня нет. Закидывайте их гранатами, они вон тут стоят за преградой. Они внизу, внизу, в бункере. Я свой же убил. Как так возможно? Из подствольника. Они тут подствольника завалил. Молодец вообще, да? Я вот в игре подствольники вообще не использую, потому что то же самое, что гранат получается, по сути, надо отдельно кнопки переключить на него. Ну да, в принципе. Не, но все равно у меня очень часто эти подствольником. Как-то неудобно. Если бы он на него отдельная кнопка висела, сразу же нажал и выстрелил, другое дело было бы. Mm-hmm. Пока переключишься, блин. Оказывается, если подстрелить, то скорострельно, это очень хорошо. Звезда, забегай, здесь никого нет. Нифига, он на лестнице лежит. Я его и заметил, поэтому и тормознул. Так, тихо, тихо. Сзади! Сука, ну как же сзади! Сверху! Ах ты, как так? Ну, бля, я тебе говорю, сзади! Пиздец, блядь. Уже было здесь, как он зашел-то? Он спрыгнул с другой стороны, с крыши. Блин. На лестнице с ракетой для завалить собрался. Тот же, который на лестнице лежал, меня ракетой убить захотел. А я отвертелся. Ну все. Мы отстояли наши зоны. Минута осталась. Падаю! Так, ладно, держимся. 30 секунд осталось. Да, они уже за это время уже что-то сделали. Ладно, побольше врагов настрелять теперь. Больше от нас ничего не требуется. И так много, что застрелил. 18 снайперка чисто. Ты крутой. Не то, что мы.
Ой, ты что ты, блядь? Хотел меня зарезать, да? О, это, сука. У меня с гранатой с концом застрали. Это была хорошая подача. Под конец тебе с гранатой. Сыга, не успел гранату кинуть. Сейчас бы им был капец. Мертвым приходит в окончание. Окончание раунда мне приходится мертвым встретить. Вика Рус, БР. Бэрчика русская. Вика? Редкие девушки. Да, в этот раз не очень удачно. Я думал, больше пона убивал. Зато у меня 7 помощи. Это ладно. Ну да, когда тебе плюс 3 даю, да, значит, ты помог кому-то просто. А не убил. Ладно, погнали дальше.